Всем доброе раннее утро. Мы собираемся в город Арзамас. Всем уже добрый день почти. Наверное, уже 9 часов утра. Я думаю, это днем можно считать. Короче, мы на полпути уже проехали. Осталось нам 1.5 часа. В районе мы в данный момент сейчас находимся Мурома, по платной дороге едем. Заехали на АЗС сделать остановку для туалета. Обнаружил поломку. Один поворотик моргает, другой нет. Сейчас будем ремонтировать. Так что поменяем лампочку и поедем дальше. Автостанция город Арзамас. Перед вами красивый величий Спасо-Преображенский монастырь, основан в 1555 году. Город Арзамас. Перед вами памятник архитектуры, дом Белякова. А это справа Спасо-Преображенский монастырь. Ну и, конечно, сама колокольня тоже к ней относится. Перед вами Арзамасский Никольский женский монастырь, 1580 году основанный. Давайте посмотрим. Сколько у вас 19, это? 4 месяца. Да, с 19 марта. С 19 марта вы идете сюда? Да. А отсюда куда вы? До Екатеринбурга дошли, а назад уже едем. А сейчас возвращаемся домой. Едем. Все по домам. Вот это да! Здоровья, счастья, любви, удачи. Арзамас меня просто впечатляет и поразил своей архитектурой. 32 храма, 4 монастыря. А то, что мне попались эти паломники, которые с Екатеринбурга шли 4 месяца, это меня вообще просто убило. Приезжайте, посмотрите, это такого города, и, наверное, вообще ни в одной стране нету. Вот такой лайк вам с вас. Вкуснейшее лакомство. Пойдемте зайдем, посмотрим. Все сделано как раньше в Лиазах, эти вот сиденья, кофейня. Интересные исторические всякие. Народный автобус. Фотографии. Слушайте, я нашел новое ругательское слово. Гусь ты лапчатый, запомните. Если приедете в Арзамас, вам такой небольшой лайфхак. Начинайте свою экскурсию с самого верха. И будете спускаться вниз, потому что тяжеловато будет. Хотя полезно.
понравился выпуск про Арзамас и часть Дивеева, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки и напишите комментарии.